скажите, для вас фильм «Не любовь» — это, поскольку я продолжу разговор про вкрапление новостей и про российский контекст, для вас этот фильм про то, что Россия — территория нелюбви? Нет. Или про то, что люди в целом живут с дефицитом любви? Нет, этот фильм точно совершенно... Если уж там, не знаю, к предыдущему, или там, к предыдущему фильму, да, к «Левиафану» еще можно было... придираться вот именно так. И то, на мой взгляд, там тоже можно было бы пошире чуть увидеть происходящее, чем конкретно очернительство нашего государства, то с этой историей точно совершенно такой фокус не проходит. Это, знаете, один украинский корреспондент умудрился вот так повернуть увиденное. Это вот, ну, кто что хочет видеть, тот то и увидит, конечно. Еще раз говорю, смысловые вот эти вот пещеры, как бы, это они там разбросаны, заложены, и гуляй по ним сколько влезет. Это на одной из пресс-конференций украинский журналист поднял руку и задал такой вопрос. Он говорит, вот у вас там звучат вот эти новости про Дебальцевский котел. Это пропаганда антиукраинская. А стало быть, и вы участник анти... Это, ой, вот, я не знала этого. Этот ваш фильм снят специально, чтобы очернить Украину. Ну, то есть, в смысле, ты кино, целое кино тебе показали как бы про одно, и ты вот из всего этого взял только вот эту мысль. Ну, значит, тебе именно это нужно, важно. Я не знаю, да, тут каждый по-своему.